Ну что, друзья, всем привет. Вырвался я опять на свою рыбалку очередную. 21 октября сегодня. На реку приехали к 8 утра, но вот уже полчаса ловим. Река Муховец, как всегда. Других вариантов у нас пока нету. Район Красного Двора. Выбрался в компании друзей Игоря и Сереги. Приехали на место. Игорь сказал, что здесь хорошее место, перспективное. И яма, и прогонщик. Рыба должна быть. Но его, как правило, чуйка никогда не подводила. Но пока за полчаса он уже, ну не считая ершей, он уже поймал два подлещика. У меня пока только ершик был один. Но у меня тут все шли приготовления всякие. Вот, так что глубина большая, глубина 6-7 метров в районе лова. Так что вот уже вот поклевка уже как раз в прямом эфире, да. Вот, так что что у нас будет с рыбалкой, посмотрим. Ну, прогноз погоды: дождь обещали, но пока вроде хорошо, ветра нету, комфортно сидеть рыбачить. Ничего нету, поклевка была, но ничего нет. Так что ладно, продолжаем рыбачить. И будем смотреть, что у нас по рыбке сегодня будет. Крючочек 17. Ну и что, у тебя еще тоже такой придет. Да, Виталик, работает твое это. Как лошарик, блядь, достаю. Тихо, тихо, подожди. Чего? Рыбы в руки не пока, не завтра. Короче, подсадчика нету, приходится таких рыб самому, вернее, Игоря просить, чтобы доставал. Я надеюсь, Вася, я надеюсь, ты будешь смотреть это видео. Сделай, пожалуйста, мне палку, которую я сломал на прошлой рыбалке, побыстрее. Ручку подсадчика сломал на прошлой рыбалке, рязку убирал и хрустнуло. Вот отдал человеку в ремонт. Затянулся как-то ремонт, поэтому приходится у других подсадчик просить. Так что продолжаем дальше рыбачить. Рыбка на точке стоит. Игорек подлавливает. Ко мне вроде бы уже тоже подошла. Будем смотреть, разбираться дальше. Все, продолжаем рыбачить. Ловил крючком фуда, не помню как название. 16 номер, но вот по овнеру, по чинте, если сравнивать с чинтой овнером, то где-то как размер 14, большеват был. Сейчас поставил чинту 17 номер, вот. Была хоть поклевка результативная, а так все время какие-то подергунчики и толку никакого. Но все очень тоненькое, все изящное. Один мотылик, маленький крючочек. Все очень такая рыбка побаивается. Вот опять поклевка. Посмотрим, просек, не просек. Пока не чувствую. Игорь, что? У? Какого, посмотрите, какого Игоря подлища тянет. Ну, отлично. Но у меня, по-моему, ничего нету. Сейчас посмотрим. Да, нету ничего. Тоже мучаешься с ней? Рыбка вроде бы побаивается, но очень подсаки. Ну все, абсос, ничего нету. Стоит на точке рыбка, это хорошо, это радует. Рыбка есть, но маленькая.
Это супер вываживание. А еще уйдет сейчас. Какие-то бойки эти подлещики в голове. Ну. Как та твоя пиранья много лет назад? Выкажешь? О, да. Игорь достает по 300 грамм подлещика, а я вот такого, как всегда. Сейчас начинаем, значит, ныть. Почему у него крупная рыба, у меня мелкая? Такая тактика обычно срабатывает. Мясо превыше всего. Серега, иди на меня. Но, не положишь. Подрезал бы кашу. Иди, потому что у него все равно, он на соревах не участвовал, все равно дофига осталось. Решил тоже мяска подрезать. Видишь? Я вытянул руку и сразу подлещик. Сразу подлещик, как вытянул руку. В общем, Игорь сказал, когда делаешь заброс, конечно, это ерунда, наверное. Когда делаешь заброс, вот именно забросил, и нужно руку вперед подавать, чтобы кормушка именно на ту же точку упала, чтобы ее не смещал. Вот сейчас такой же сделал, сразу же рыба, а то не знал, как ее подловить. Вот, ну, а на самом деле, крючки маленькие нужно ставить, и поводок ставил 90 сантиметров. Объедает, поклевки не видно. Вот сейчас остановился на 60. Начали поклевки быть видны. Потом, если подсаживаешь пинку на крючок, вообще ничего. На чистую пинку, ну это если с мотылем, на чистую пинку то же самое. Чистый мотыль. 1-2 штучки. И подрезка мотыля. Вот пока только такой вариант работает. Ну, Игорь, конечно, капитально ловит. Все делает по-другому. Да, да. Но у него он бахнул в прикормку 2 пачки кориандра. Вот, он в него очень верит, и поэтому. Ну и дистанция у него на 10 метров дальше, чем у меня. Плюс кориандр в прикормке. Плюс он бывалый. И да, жизнь убитый, как он говорит. Да, и поэтому у него, конечно, рыбка лучше клюет. Ладно, посидим дальше, посмотрим. Туман опустился уже, опускается.
Но дождя, да, дождя не будет. И вот так вот руку, вперед руку надо подавать. Вот, кормушка упала на дно, подтянул чуть-чуть, и все. Поднялась рыба выше. Ладно, ловим дальше. До лампочки. Вытянутая рука или не вытянутая. Игорь ловит 200, от 200 до 300 подлещика, а я вот такое. Паркует просто, паркует и все, один за одним, просто в заброс. Каждый заброс рыба. Упс. Ну у тебя крупнее, блять, у тебя рыба крупнее. Вот. Надо кориандр. Кориандр. Кориандр работает. Все, в следующий раз замешаю кориандра. Вот это уже размер. В общем, устал я на это смотреть. У меня вот такая рыбка. У Игоря на каждый заброс 200, 300, а то и 400 грамм. Подлещики такие. Уже в ведро не вмещается. Сегодня рыбачим без садков. На ведрах по-спартански. У него уже рыба в ведро не влазит. Поэтому одел сейчас пинку, пучок. И поем. И все, буду, подожду по дубине. Может быть, мелочь уйдет с точки тем временем. Что, Серега поймал, да? Ну-ка покажи, Серега, что ты там поймал. О, Серега выловил подлещика. Отлично. В общем, посижу, поем. Может, мелочь уйдет с точки. Там будем дальше рыбачить. Лещара, лещара. Тише, нормально. Нормально сейчас достанем, не спеши. Да я не спешу. Где он? Вот, это сазан, блядь. Значит? Да. Подожди, подожди, серьезно? Тихо, 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 тихо. Вот это трофей. Друзья, это трофей. Это трофей охренительный. О, блядь. Я не знаю даже, как его выковырить. Да. Редко, блядь, не надо проскакивать. Еще на эту палочку это было что-то. Скажем так, раз в лет пять. Друзья, смотрите, какая рыбища. Подожди, дай. Красавка. Это Серегина. Задумать, ёпта, да? Ну, здесь плыть да. Хотел же не сюда. Красавец. Поздравляю. Намыл? Намыл? Тактика такая была. Ладно, разбирайтесь. Ну что, Zemex обновил свой, да? О, отлично. Заклипсовался на Игоря дистанцию на 10 метров дальше в надежде поймать рыбу подлещика хотя бы его размера. И один фиг, у меня вот такая дрочь мелкая. Что с этим делать? Я не знаю.
осталось только грешить либо на корм, либо на мое везение. Потому что насадка такая же, крючки примерно похожи, длина поводков такая же. Да. Нет, нет, Сергей, я таких подлещиков не ловлю. Серега тоже ловит подлещиков. Покажи, Сергей. Вот. А я ловлю мелочевку. Да. Потому что у Сергея РС-ка, у Игоря Виктори, плюс кориандр еще добавлен. А у меня Дунаев Фадеев. Так видно. Сейчас будем наблюдать полет ведра. Ведро Престон. Новинки от Престон. Да, новинки от Престон. Дистанция 40 плюс. Пошла. Нормально. Ну все, друзья, буду собираться. Время 2:30. Клев, ну у меня-то клева, можно сказать, не было. Одна мелочевка клевала. Я вот сужу по Игорю. Клев примерно успокоился где-то в час. Потом началась у него тоже мелочевка клевать. Серега вот сазанчика поймал, тоже подлещиков подлавливал. Но я вот сидел между ними, и у меня как-то, ну, не задалось. Не знаю, в чем дело. Ловил, значит, Серега на РС корм ловил, Игорь на Викторе ловил с добавлением кориандра. Я Дунаев Фадеев, черный лещ, чудо прикормка. Вот. В общем, у меня была только одна мелочь, поэтому будем уже собираться. Ну и что, я пробовал на Игоря дистанцию заклипсоваться, вернее, даже клипсовался и пробовал ловить, но ничего не поменялось, все равно одна мелочь была. Пробовал и мелкие крючки, и мелкие поводки, но вот сейчас вот ловлю 0,12 поводком, 14 крючком, большой пучок мотыля, и все равно мелкая клюет рыба, то есть ее ничего не пугает, поэтому ко мне сегодня, в общем, крупная рыба не подошла. В общем, сейчас будем взвешиваться, смотреть, сколько Игорь поймал, сколько Серега поймал. Взвесим сазанчика этого. Ну и все. Кому интересно наблюдать за моими рыбалками, подписывайтесь на канал. Мне будет приятно. Это меня будет стимулировать к новым видео. Все. Кому не интересно, на мой канал подписывайтесь. Да, кому не интересно, подписывайтесь на Игоря канал. Все, значит, всем пока. 6300 возьмем. Минус голова. Ну, пускай 6 килограмм. Ух. Нет. А мы сейчас пакет возьмем. Сейчас посмотрим, сколько этот карпик затянул. Ставки ваши? Двушка. Кило 630. Сколько? Кило 690. Кило 690. Видишь, я думал двушка. Давай, все, пока. Пускай живет. И радует нас. Тихо, тихо. Ох, пошел, пошел. Кабанчик пошел. Отлично. Все, Серега, тебе респект.